Администрация Ставрополя при поддержке АТВ Медиа представляет проект «Что я сделал для города Ставрополя». Долгий труд и полная отдача любимому делу принесли свои плоды. За время выступлений спортом я достигла высоких результатов. Завершив свою спортивную карьеру, я решила посвятить все свое свободное время воспитанию и подготовке юных спортсменов. В настоящее время под моим руководством занимается более сотни детишек. Я, конечно же, понимаю, что не все из них решат связать свою жизнь со спортом, но я абсолютно уверена, что каждый из моих воспитанников вырастет достойным человеком.